Добрый вечер. Это Наталья Евко, снова наш муравейник. Расскажите мне сегодня, для чего ваши дети учат стихи? Тренировка памяти, расширение кругозора, увеличение уровня актерского мастерства. Для чего? У меня в семье все гораздо проще. В особо сложные и тяжелые дни, когда дети больше расстраивают, чем радуют, я стараюсь придумать что-то такое, что потешит мое материнское самолюбие, мое эго. И стихи в этот формат вписываются идеально. Называется вирш «Ты знаешь, что ты людина». Василь Симоненко. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш цього чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. В общем, вот вам мой лайфхак. Когда дети расстраивают, учите с ними стихи. Ну, заодно подписывайтесь на YouTube-канал фонда Рената Ахметова, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И до встречи через неделю.